Приветствую вас, человек описывает свое состояние, как невозможность испытывать восторг, вот, и говорит, что, ну, что она потом испытывает только злость, отвращение, апатию и интерес. Ну, на самом деле, я думаю, что вы, конечно же, испытываете и позитивные чувства. Вот, просто я думаю, что у вас стоит некий блок на то, чтобы их, ну, их чувствовать. Вот. Я думаю, что вот так, ну, так вышло, что как-то вот вам было, ну, не с руки, да, не с подручно, не выгодно, не полезно чувствовать вот то, что, ну, то, что вы чувствуете, то есть, какие-то позитивные чувства, вот. С чем это связано, конечно, вопрос, вот, я так, тут вам, в принципе, можно было бы и к врачу обратиться, да, проверить, нет ли у вас, нет ли у вас, депрессии, ну, потому что очень на это может быть похоже, хотя, ну, я ни в коем случае не врач, и как-то вот, ну, ставить диагноз, это немножко не мое, вот. Я думаю, что одной из, прям таких уж вот, проблем, вот, является то, что вы как будто блокируете свои переживания другие, в частности, ну, в частности вот, переживания, связанные с апатией, злостью, отвращением и так далее. Как будто бы вот, вы себе не позволяете это переживать. Вот. Естественно, я не знаю. Естественно, я не могу знать, так ли это. Но я думаю, что если бы вы ну, позволили бы себе вот, проживать насчет свои чувства, вот, в том числе и те, которые вам как-то, ну, как-то кажутся негативными, вот. Я думаю, что у вас было бы вот куда больше шансов испытать и пережить, ну, испытывать и переживать то, что, ну, какие-то другие чувства свои. Вот. Сейчас вы, на мой взгляд, именно из-за того, что блокируете в себе, вот, значит, даже те чувства, которые вы считаете негативными, да, потому что, ну, у вас вот, вероятно, есть вот такое, ну, такое чувство стыда, вот, за то, что вы это чувствуете, вот, то я думаю, что вот будет как раз у вас возможность прожить и пережить что-то другое. Вот. Собственно, если для вас не проблема то, что вы испытываете, то есть, ну, вот вы же, наверное, ну, с какой-то целью написали свой вопрос, да, то есть вам чего хочется-то. Вот. Вам хочется, ну, например, изменить это. Допустим, вот. Вам хочется было по-другому,
Вот. Какой у вас вопрос, собственно? Да, вот. Потому что, ну да, вот вы не испытываете там определенных, ну, определенных переживаний. Вот. Ну, так, очевидно, значит, сложилось в вашей жизни, да. Можно ли это скорректировать? Да, конечно, можно. Вот, эта работа, ну, она такая, она, конечно, не быстрая, потому что, ну, на мой взгляд, вы получаете, ну, некую выгоду от того, вот, что с вами сейчас происходит. То есть вы научились этим пользоваться, вы не могли, как я думаю, не могли не научиться этим пользоваться за то время. Пока у вас вот это есть. Вот. И, соответственно, вряд ли в этом смысле вы так легко откажетесь от, ну, условно говоря, да, от своей привычной такой модели, поведенческой модели. Вот. Поэтому я думаю, что ну, в какой-то степени, да, вот сопротивление вы будете, конечно же, испытывать. Это сопротивление, оно будет тормозить ваше раскрытие и ваше проявление, да? Вот. Понимаете, надеюсь, о чем я говорю. Вот, поэтому все это можно поправить, все это можно скорректировать, да. Вот, можно и нужно. Но я думаю, что вы боитесь, я более чем уверен, что... Я более чем уверен, что вы боитесь выражать и боитесь, ну, как-то проявлять свои переживания, вот, боитесь об этом как-то говорить, вот, боитесь это раскрывать, вот, по тем или иным причинам, вот, и, соответственно, вряд ли вы так легко, да, ну, пойдете, вряд ли вы так легко, да, ну, пойдете на изменения, вот, лично я думаю, что, нет, лично я думаю, что не пойдет. Вот. По крайней мере, легко не пойдет. Вот. Но в целом, как правило, если человек может почувствовать себя в безопасности, вот. То есть, если человек как бы, ну, ощущает, да, что ничего ему не угрожает, например, вот, то я думаю, что есть абсолютно все шансы на то, чтобы ваша ситуация изменилась. Вот. То есть, ну, чтобы вы по-другому стали.
воспринимать, да, и относиться к себе. Вот. Вообще, это довольно интересный момент. Как вы к себе так к себе относитесь вообще? Как вы себя воспринимаете, да? Как вы себя видите, вообще? Вот. Не обесцениваете ли вы себя, да? Не принижаете ли вы себя? Вот. Это очень такой интересный момент. Вот, потому что если это так, да, если вы себя принижаете как-то, вот, то я думаю, вот это прям такой, знаете, основательный повод для того, чтобы не делать того, что вам вот, могло бы хотеться. Вот. В контексте вашего такого рассказа, понимаете, да? Вот. Поэтому я предлагаю вам заняться, в общем-то, исследованием себя. Вот. Предлагаю вам как-то, поисследовать себя, свою реакцию, да, свою психологическую жизнь, вот, и так далее. Потому что если вы не можете отдаваться чувствам, вот, то вы себя не слышите. Если вы себя не слышите, да, то вы можете себя не слышать, вот, только потому, что вам это выгодно. То есть, в чем-то вы видите выгоду для себя в этом. Вот. Вопрос только в том, остается, значит, что это за выгода. Вот. И, соответственно, если мы с вами с этим разберемся, да, если мы сможем ответить на этот вопрос, вот, то я думаю, это поставило бы нас на путь решение этой проблемы, вот, которую вы описываете. Вот. Так что смотрите, думайте, вот, решайте. Может быть, взвешивайте, вот, все, там, например, за
ты против. И, соответственно, если вот появится желание, да, вот, обращайтесь, и мы будем рады вам помочь. Я вам хочу пожелать всего самого доброго. Я хочу пожелать вам не отчаиваться. Вот. Хочу пожелать вам быть внимательным к себе. Вы увидите обязательно какие-то, условно говоря, проявления, вот когда вы, например, пишете, что у вас есть только интерес, когда вам хочется что-то, ну, что-то получить. Вот. Интересно здесь не то, что у вас, ну, в принципе, какой-то интерес есть. Да, интересно здесь то, что вы чувствуете, когда, ну, можете это реализовать. Вот. Вот что интересно. То есть чувствуете ли вы, ну, например, да, допустим, удовлетворение, к примеру, вот. Чувствуете ли вы, ну, какую-то, там, допустим, радость, вот, и как вы вообще относитесь к тому, когда вот, ну, получаете то, что хотите. Это вот очень такая, как мы понимаем, сейчас деликатно для вас тема. Вот. Поэтому давайте вот, значит, ну, как-то с этого и начнем, да? Вот. Обращайтесь за помощью к любому специалисту, который вам придется по душе. Вот. Всего самого хорошего.